находится процесс в системе управления. Управлять – это значит приводить объект управления в целевое состояние. Систему управления можно упрощенно представить в виде трех элементов. Это система целей и показателей, то есть чего организация хочет добиться, то есть отвечает на вопрос, чего мы должны добиться. И следующий – мы эти цели должны как-то реализовать. И вот как, отвечая на вопрос «как», как раз и есть модель бизнес-процессов. То есть она говорит нам, как мы достигнем наших целей, как мы будем формировать деятельность с учетом, чтобы достигнуть этих целей. И, соответственно, эти процессы должен кто-то выполнять. Это третий элемент. Это кто выполняет процесс. Это уже как организационная структура. Третий элемент. Ну и каждый этот элемент, чтобы лучше управлять этим всем, они должны быть как-то формализованы. Ну, для этого как раз существует регламентирующая документация. То есть для процессов это пишутся различные регламенты, инструкции. Для организационной структуры это положение о подразделениях, должностные инструкции. Также для системы целей и показателей тоже разрабатываются свои документы. Это может быть как стратегические карты, включающиеся набор целей и показателей, или другие какие-то тоже регламентирующие документы.